Доброй ночи, дорогие друзья. Вот к Вегиным малышам пошел. Сейчас фаршиком их накормил. С рук поели фаршик. Это вот малышка выбегает. Ай, молодец. Сегодня у них первый день был мясной. 24, по-моему, или 23 дня. Или, может, чуть больше уже. Надо посмотреть. Опа. Вот это более смелей, чем та. Ко мне идет, играется со мной. Уже на ручки я могу взять. Мне никто ничего не сделает. Вон, Вега сидит, смотрит. Вот она, какая красота. Посмотрите на нее. Ох, какая Мишутка. Мишуточка. Девчушечка. Как ее назовем, дорогие друзья? Вот эту, скорее всего, себе и оставлю. Она очень сильно похожа на Синая. Поэтому, ну, больше похожа на Синая. А та больше похожа вот на те линии, которые у Веги. На те линии, которые у Веги. Вот они, в принципе, они оба красивые. Очень. Ох, ох, вот это только носик такой. Половину розовый, половину черный. Да? А вот той чисто черный пока. Иди побегай. Ко мне пойдешь? А, лобастая. Как волчата прям. Ты будешь выходить? Малышка. Видите, тоже. Вот это на Вегу похоже. На Вегу. Вот это на Синаечка. Вообще две разные прям. У этой даже хвост другой. Смотрите, у этой закручивается. А у этой нет. Вот интересно бы обоим им взять ген-тест. И одинаковое ли соотношение волчьей крови передается. Или нет. Вот они вот совсем разные. И по характеру, и по виду. Вот это уже прям стоят ушки, а вот это еще нет. И хвостик, видите, как закручивается уже. А у этой как будто он чуть-чуть короче и прямой, не закручивается. Как будто больше волчьего вот в этой девочке. Да, девчушка? Смотрите на нее. Ох, какая грива. Ох, какая. Ох, какая. Ох, какая. Ты будешь выходить? Выходи. Вот что. Вот что. Вега тут нашкодничала. Кефир не хочет пить. Забастовку сделала. Взяла, вылила. Кстати, вот это вот побольше одета. Ну, на немного. На пол сантиметра, может быть. Ну, может, на меньше. Может, мне так кажется, но когда трогаешь их. Ой, ой. Вы уличные. Уличные. На улице выросли. Да, на улице. У них давно нет отопления уже. Дней как 5. Может, недельку. Вот так. О, добралась до мяса. До головы. Бараньи. Очень много пишут, дорогие друзья, чтобы купить эту девочку. Очень много, но очень строгий отбор здесь. Прям очень строжайший, так как от Веги. Вега у нас непростая, поэтому и щенки тоже не совсем простые. Здесь у нас они явно выраженная. У нее волчья кровь, поэтому одного щенка вот этого у нас он на продажу будет идти. Пишут много, кто в частный дом просто, кто в квартиру, кто еще как. Ну, в основном прожевывают, что-то там мямлют. Особо ясности конкретники не могут вести, для чего им такая собака. Для чего такой валент им. Поэтому отказываю людям. Да? Да, отказываю. Интересно было бы, чтобы в тайгу попала такая девочка. Показалась я в лесу. Ну, конечно, желание такое есть. Ну, естественно, если прям хороший-хороший человек попадется, можно и в частный дом для души. Но только строгий отбор.
прям конкретно. Вот, смотрите, как подбирает сметанку. Эй, ой. Или тебя оставить, а? Кого оставить из вас, а? Лышня, кого оставить из вас? Кого оставить из вас? Вега, что ты? Ой, че, иди сюда, выходи. Выходи. А, малышка, выходи. Может, тебя оставить? У нас тут больше волчьих в тебе, походу. Это уже и кефирчика напилась. Он молодец вообще. Видите, как хвостик у меня? Вот уже закручивается. Смотрите, как Куба охотится прям. Как волк прям. Хвост отпустила. Куба, нельзя. Куба. Убийца. Как вас назвать, малыши? Давай, давай, к мамке лезь. Занесли наших пупсов вегиных домой, в бытовку. Все изучает, бегает вот эта девочка. А это вот побаивается. Это побаивается. Вот так. Две сестрички. Привет. Это тоже шугливая. Но не так все равно. Когда вас будем туда запускать? К тем лайчатам, а? Когда? Недельки через две? Это вообще пухленькая. Пухленькая, смотрите какая. Ты что, как волчонок, боишься всего? А? Волчонок. Белый волчонок. Опа. Опа. Не понял. Ну, молодец, молодец, наяривает. Как бы тебя назвать-то, а? Девчушка. Дорогие друзья, очень много писали комментариев, что я себе оставляю, которую больше, ну, меньше социализирована, вот эту вот, которую больше боязгливая, нет. Ее мы на продажу как раз. Да, на продажу. Но она тоже социализируется и будет смелая. Сейчас потихоньку. Скорее всего, в этой больше течет. Меньше волчьей крови течет, чем в этой. Да? Тут каждый процент очень важен. Вот тебе беленькая, белоснежная. Вот она забилась, волчонок наш. И сидит. Ты что такая? На руках чаще надо тебя носить. Смотрите на нее.